Группа компании «Базис» начинает строительство нового жилого комплекса в Димитровграде – жилой комплекс «Ломоносов». Он расположится в районе Сусгород, в самом центре комфортной жизни, в границах улиц Ленина и Славского, недалеко от торгового центра «Арсенал». Комплекс состоит из двух 16-этажных домов с подземным паркингом, соответствует уровню жилья комфорт-класса и спроектирован по индивидуальному проекту, учитывающему современные тенденции в строительстве и архитектуре. Первые этажи новостройки отведены под нежилые помещения для размещения магазинов, кафе и офисов. Благоустройство ЖК «Ломоносов» реализует концепцию «двор без машин», а большой подземный паркинг полностью решит проблему парковки. Проезжая часть и дворовое пространство разделены между собой и не будут пересекаться с детскими площадками и парковой зоной отдыха. Территория комплекса будет полностью огорожена, установлено видеонаблюдение. Название комплекса выбрано не случайно. Михаил Васильевич Ломоносов – уникальный человек, неотъемлемая часть истории и вклад в развитие науки нашей страны. Так и жилой комплекс Ломоносов в ближайшие годы должен стать важной частью истории Димитровграда, соединив в себе стремление к развитию, современные научные разработки в строительстве, заботу о будущем жителей, а также стать яркой частью облика города, свидетельством достижений науки и человека. Планировки ЖК «Ломоносов» – это одно из уникальных преимуществ комплекса. Можно выбрать квартиру с кухней-гостиной, кабинетом или гардеробной комнатой, или рассмотреть классическую планировку. Каждый вариант ориентирован на удовлетворение разных потребностей. Есть место для личного пространства и для семейных сборов, отдыха или работы. Каждая квартира – это продуманный подход к организации пространства. Каждая планировка функциональна и удобна. Официальный старт продаж запланирован на конец октября, но уже сейчас можно сделать предзаказ и забронировать лучшую квартиру в числе первых в офисе продаж. Группа компании «Базис» по адресу Мостовая, 16А, а также по телефону 482-85. ЖК «Ломоносов. Твоя история».